Меня зовут Елисеенко Олеся, мне 18 лет. Это моя история, как я переболела COVID-19. Еще в декабре 2019 года, листая ленту телефона, я заметила такую новость, как умер человек в Китае от неизвестной болезни. Честно, я не думала, что в Беларусь это придет настолько быстро. Все началось давным-давно, когда мне было 3 года, и мне диагностировали двухстороннюю пневмонию. Я выросла, однако иммунитет у меня до сих пор слабый. Я заболела одной из первых. Это был постельный режим, обильное питье, помню. Суетливость моей мамы, которая очень волновалась за мое здоровье. Мне крупно повезло, что мой организм все-таки справился с этой болезнью. Мои родственники и вся моя семья, они настойчиво рекомендовали мне привиться. И я понимала их опасения. Они боялись не только за себя, но и за меня в том числе. У меня много знакомых, а также друзей. И когда я спрашиваю, ты привита? Нет, что? Нет, конечно, нет. Я действительно не понимаю их, потому что люди отказываются от такой важной вещи, как вакцина. Я считаю, что прививаться необходимо. Для того, чтобы сохранить жизнь, медики, ученые, они делают это для людей, а не против.